Здравствуйте, друзья! Меня зовут Вадим Прядко, я практикующий ветеринарный врач. И сегодня мы с моим коллегой Анатолием Петруком хотим поделиться нашим опытом диагностики и лечения гипофункции яичников у коров. Уже обычным явлением становится длительный послеродовой анэструс у коров, и особенно у первотелок, и не только на промышленных фермах, но и в частных подворьях. Что это значит? Корова восстанавливается после родов на протяжении 21, ну максимум 30 дней. Если мы говорим о высокопродуктивных голщинках, то мы допускаем до 45 дней. Этот период называется инволюцией репродуктивных органов, то есть возвращение репродуктивных органов в дородовое состояние. Если корова или первотелка имеет хорошие кондиции тела, то есть оптимальные кондиции тела, если у нее сбалансированный рацион, если у нее не было и нет послеродовых заболеваний воспалительных репродуктивной системы, то она уже может проявлять первые циклы в 14-17 дней после родов. Но на практике что мы видим? Проходит 21 день, проходит 30 дней, проходит 45 дней, если хотите, проходит даже 60 дней, то есть период добровольного ожидания, принятый как стандартный в мировом молочном скотоводстве, а корова или первотелка в охоту не приходит. При проведении гинекологического осмотра мы диагностируем гипофункцию яичников. Матка дряблая, а яичники в зависимости от стадии гипофункции размером от небольшого грецкого ореха до семечек, что говорит об атрофии. При этом на их поверхности нет ни желтого тела, ни фолликулов. Что происходит в организме животных в этот момент? Прежде всего, в организме не выделяются гормоны ФСГ и ЛГ, а значит, нет роста фолликулов и желтого тела. Конечно, это не происходит на ровном месте. К этому приводят такие факторы: тяжелые роды, задержка по следам, метриты, метаболические заболевания, потеря в весе, индекс ниже 2 баллов, негативный энергетический баланс, смещение сычуга, заболевания копыт и маститы. Можем ли мы введением тех или иных гормональных средств, витаминно-минеральных препаратов или неспецифических стимуляторов заставить работать яичники у таких коров? Можем, но, друзья, я думаю, вы согласитесь, разумным будет сначала исправить те технологические нарушения и те факторы, которые привели к развитию гипофункции. То есть накормить животное, повысить балл упитанности и так далее. И тогда, возможно, хватит простого ректального массажа яичников и, например, мациона, прогулок и инсоляции. Но если это все сделано, а корова не приходит в охоту, тогда мы можем приступить к протоколу лечения. Начинать работать с яичниками мы можем уже в первые недели после родов, не дожидаясь даже 60 дней добровольного ожидания. Или же сам период добровольного ожидания вы определяете самостоятельно, в каждом своем хозяйстве. С целью стимуляции функций яичников и профилактики кист можно использовать гонадорелизинг гормоны, например, широко используемый нами гонолин в дозе 1 мл внутримышечно на 11-14 день лактации. В дозе 2 мл внутримышечно можно использовать гонолин для лечения легких форм гипофункции. Его вводят первый раз на 8-12 день цикла и повторно через 10 дней, если животное не придет в охоту. Животных осеменяют по мере прихода в охоту. Для лечения гипофункции средней тяжести или тяжелых гипофункций, так сказать, атрофии или гипоплазии, как называют разные ученые это состояние, используется так званый прогестероновый блок. Делать этот блок мы можем с помощью инъекционного прогестерона 2,5% концентрации или 10% концентрации. Последний препарат, прогестамак, недоступен пока в Украине. После применения прогестерона 2,5% концентрации курсом 3 инъекции через 48 часов в дозе 4 мл, еще через 48 часов применяем препарат Броэстрофан или простагландин F2-альфа в дозе 2 мл и гонолин в дозе 2 мл, или же Броэстрофан 2 мл и Сергон в дозе 1000 международных единиц, или другой препарат сыворотки жеребных кобыл. Животных осеменяют по мере прихода в охоту. Или же используем интравагинальные устройства с прогестероном, такие как Преддельта, Сайдер или ушные имплантанты Крестар SO в комбинации с простагландинами. Например, мы используем Проэстрофан и Динатром. Также можно использовать такие препараты, как Фолигон или сыворотка жеребных кобыл в дозе 500-3000 международных единиц.
Харулон в вену в дозе 3000 международных единиц, Сергон 500 в дозе 1000-3000 международных единиц в мышцы. Препараты используются одноразово. Параллельно с гормонами в качестве дополнительных компонентов протокола мы можем использовать витаминно-минеральные препараты, такие как Евицел в дозе 1 мл на 50 кг массы тела дважды с интервалом в 10 дней. Фосбевит внутримышечно в дозе 3 мл на 100 кг на протяжении 2-3 дней. Евицел можно чередовать с даевитом, который используется внутримышечно в дозе 5 мл. Также используем такой препарат, как бровоглюкин в дозе 400 мл на голову. Минерасол 20 мл растворить 200 мл физиологического раствора. Дуфолайт 100 мл на 50 кг. Использовать препараты нужно внутривенно, одноразово. Друзья, вовремя диагностируйте гинекологические заболевания у коров и применяйте адекватное лечение. Берегите себя. До свидания.